Изюбрь по кличке Рома, некогда питомец читинского зоопарка, в последнее время жил в частном зоопарке в районе Молоковки. Но прошлой ночью, а у этих животных сейчас период гона, Рома сломал ограждение и отправился искать свою вторую половинку в город. После обеда сигнал о гуляющем по Чите изюбре поступил в поисково-спасательную службу края. Спасатели обнаружили изюбря в районе острова. Животное изрядно погоняли собаки, Рома сильно хромает. Несколько часов спасатели тщетно пытались его поймать. Дело пошло бы проще и для специалистов, и для уже замученного изюбря, если бы удалось вколоть ему транквилизатор. Но ни в зоопарке, ни в лесслужбе его нет. Поэтому как поймать изюбря, пока не ясно. Вера Асадуллина, Сергей Рычков. Время новостей.